Всем привет! Меня зовут Ангелина Приходько, и сегодня мы поговорим с вами о ванильной линейке ароматов Монталь. Я боюсь, что мне в глаза попадет. Правда, мороженым пахнет. Это такое прям сладенькое, такое маленькое. Вот клубника здесь вообще не пахнет. Горьковато немного. Мне кажется, такой типа взрослый, что ли. Все забираю. Сложно себе представить человека в парфюмерном мире, живущего в наши дни и овеянного таким количеством слухов и легенд, как Пьер Монталь. До совсем недавнего времени он совсем не показывался перед объективами камер и с неохотой отвечал на вопросы прессы. И вообще он производит впечатление человека, которому процесс создания аромата куда более интересен, чем разговоры о нем. С биографией Пьера Монтале мы познакомим вас в ближайших выпусках, а сегодня нас интересует тот факт, что когда-то его семья владела маркой Comptoir Suit Pacific, которая знаменита своим многократным прочтением ванильной темы. А сегодня я расскажу вам о развернутой трактовке ноты ванили в различных ароматах бренда Монталь. Первый аромат в линейке Монталь – ваниль Абсолю. Ваниль Абсолю – это история про шкатулку, в которой хранятся различные специи для выпечки. Здесь и ваниль, и корица, и гвоздика, и что-то похожее на кардамон, хотя последний в линейке не заявлен. Но пахнет не столько булками с корицей, сколько уютом и датским трендом Hygge, несколько лет назад завоевавшим мир. Получилось уютно, с древесными нюансами, похожими на те, что встречаются в аромате «Ванильный лес» Сержа Лютанса. Только сама ваниль здесь не влажная и сливочная, а сухая и бархатистая. Chocolate Greedy. Жадина – это аромат вкуснейшего шоколадного лакомства, торт Прага и печенье Орео. Один пшик, и перед вами богатейшее облако кондитерских запахов, словно вы на шоколадной фабрике Ротфронт. Постепенно аромат расходится, проступает фирменная монталевская база, состоящая из тугого амброво-мускусного замеса. Парфюм усаживается на кожу и демонстрирует свою красоту. Монталь Мухалат. Один из самых популярных гурманских ароматов Монталь и уж точно самый известный из нишевых ароматов на тему клубники. Композиция аромата раскрывается нотами клубники, затем уступающая центральное место нотам миндаля. Нижние ноты ванили, перуанского бальзама и мускусная база органично завершают аромат. Ноты жасмина, сандалового дерева, ванили, иланг-иланга, смол, бензоина, махагони, цветов и плодов абрикоса составляют композицию аромата. Ванила Экстази. Несмотря на довольно многокомпонентную пирамиду, аромат звучит довольно монотонно. Ощущаются ноты абрикоса и ванильного, очень ванильного иланг-иланга. С чуть жареным послевкусием. Ванила Кейк. Композиция Ванила Кейк представлена нотами карамели, мадагаскарской ванили, молока и жареного миндаля. Аромат – новинка бренда, и его смело можно дарить всем хорошеньким маленьким девочкам. Потому что это максимально реалистичная передача запахов ванильного мороженого с карамельным топпингом и миндальной крошкой. Intense Cafe, безусловно, один из самых популярных ароматов бренда. Прекрасная ванильная гурманика на восточный лад, приправленная легким кофейным оттенком. Аромат очень комфортный, обволакивающий теплом разомлевшей в амбре розы. Если вам нравится Roses Musk от того же бренда, но хочется немного больше гурманики. Sweet Vanilla. Помните, недавно мы с вами говорили о том, что давным-давно семья Монталь владела брендом Comptoir Suit Pacific. Еще в начале 90-х у того бренда вышел аромат «Ваниль-абрикос», который был посвящен ванили и абрикосам.
И вот в 2015 году Пьер Монталь выпустил свою фантазию на эту тему. Давайте посмотрим, как пахнет. Получился мягкий ванилин со слабо уловимым абрикосовым привкусом. Sweet Oriental Dream. Композиция аромата открывается звучанием фруктов в сочетании с сердечными нотами розы и сахара. Композиция аромата состоит из ванили, меда, миндаля и орехов. По впечатлениям, это скорее уход для тела с миндально-ванильной одушкой и сливочной пудрой. В сравнении с предыдущими ароматами, этот более плотный и менее сладкий. Буаз ваниль. Аромат открывается нотами бергамота и лимона. Ноты сердца таят в себе оттенки ириса, герани, лаванды, листьев туи и перца хабанера. А завершает пирамиду ароматы пачули, ванили и бобов тонко. Аромат упакован в черный флакон и уже этим может стать некой определяющей характеристикой. Он довольно строгий, сдержанный, с древесной доминантой. Шипр ваниль. Шипр ваниль открывается нотами розы. В сердце нашли место оттенки ванили, амбры и ладана, а завершают парфюмерную пирамиду ароматы сандалового дерева, бобов тонко, ветивера и корня ириса. В аромате четко ощущается ладан, который дает некий свечной дух, а также землистый ирис и горькая ваниль. Любителям ванильных ароматов и гурманики стоит ознакомиться с линейкой Монталь. Я свой выбор сделала в пользу Chocolate Gritty. А какой аромат нравится вам? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. А с вами была Ангелина Приходько. Пока!